Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Swarm Queen. Так, ну что, язык русский, классика, мультфильм, я не знаю, стиль графики. Мультфильм, наверное, да? А, нет, лучше классика. Или мультфильм. Или классика. Не, давай мультфильм, наверное, сделаем. Как-то смотрится прикольно. Ну что, поехали, начать. Новая игра. Начать здесь. Геймер-профи, я сразу получил достижение. А вы нашли чудесный, теплый, геотермальный источник для выведения яиц. Но его, похоже, уже присвоила соперничающая царица Роя. Ну да, конечно. Уровень первый. Так, это наша база. Славное тепленькое местечко, чтобы вывести яйца. Создайте несколько сборщиков. Больше, мне нужно больше сборщиков. Так, ну ладно. Сборщики собирают нектар, который нужен для создания новых бойцов. Создавайте больше сборщиков. Ну, я пытаюсь. А враг-то где у нас? Пока не вижу. Эй, ты! Кто это сказал? Не, это моя территория, убирайся. Слушай, давай не будем ссориться. Нет, эта земля принадлежит мне. Вся. Если тебе так нужно это место, можешь его забрать. Когда утащишь отсюда мой хладный труп. Идет. Ну вот и началась, короче, ребята, ссора у них. Так, чтобы мутировать яйцо, щелкните и перетащите его вверх. Или удержите клавишу быстрого доступа. Так. Чтобы мутировать яйцо. Ну-ка. Ну. Я не вижу, ребята, здесь никого никакого яйца. А, вот как. Выберите когтистую личинку, это единственный вариант. Так, яйцу нужно несколько секунд, чтобы мутировать. Вы можете удерживать пробел, чтобы ускорить игру. Давай. Все. Теперь вы можете создавать когтистых личинок. Ага. Ого. Вот это я понимаю, ребята. Когтистые личинки. Вперед, мои приспешники! Уничтожить нарушительницу. Кстати, он тоже, да? Такие же выпускает. Так, АД, чтобы смотреть поле боя. Так, давай больше этих, наверное, выпускать. Ваши бойцы действуют самостоятельно, они сражаются за вас автоматически, понял? То есть я на это не влияю. Да, мои прекрасные бойцы, сражайтесь за свою царицу. Они пытаются. Они пытаются, друзья мои. Это все, на что ты способна? Тогда смотри. Оу. Да ну нафиг. Ну-ка. Блин, у него пулякалки какие-то, ребята. Так, победите вражескую царицу Роя. Да это понятно, откуда у него стрелки такие взялись? Ага, 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 сразу, а сразу же, смотри, смотри, смотри. Смотри, друзья, что происходит. Надо было выводить больше сборщиков. Надо было. Надо было не выпендриваться. Идеальная защита, друзья мои. Вы победили. Так, на сложности выше легкой царица сохранила больше 50% здоровья. Вы потеряли меньше бойцов, чем противник. Шикардос. Так, доход. Все тут, видишь, как армия. Все как... О, открыта новинка для дальнейших уровней. Плеватель. Сильны в больших количествах или когда прячутся за спинами других ваших бойцов. Может поражать летающих врагов. О, то, что нужно. Воу. Warm Queen. Следующий уровень. Слушайте, ребята. О, тут еще улучшения есть. Так, серебряные улучшения. Золотые улучшения. Так, серебряные. Блин, у меня 3 очка. Я тут за 3 очка ничего не смогу взять. Вообще ничего. Ладно. Следующий уровень, друзья мои. Гусеничка. Уровень 2.
После победы над Красной Царицей Роя мать заменила ее своей дочерью. Теперь вы играете за дочь и столкнулись с новой Красной Царицей и какой-то странной гусеницей. Вражеские сборщики дают 1 единицу нектара. Не, давай, наверное, вот это вот пока сложность возьмем. Вражеские бойцы на уровне плюс новый боец. Кто же это может быть? А это мы и узнаем. Уровень 2. Так. Понятно. Какое хорошее место. Здорово, что мама убила его предыдущую хозяйку. Стоп, а это что за хреновина? О, это моя подружка. Странная, типа гусеница. Гусеничка защищает меня от незваных гостей. Она никогда не предаст меня. Похоже, твоя гусеничка спит. Ага, а когда проснется, то убьет тебя. Пожалуй, это я убью тебя. Ага, ну попробуй. Гусеничка, победите вражескую царицу Роя. Мне не нравится эта, ребята, гусеничка. И вот то, что на ней написано. Это она проснется через 45 секунд? Ребята, срочно выводим. Давай сделаем так, наверное. А здесь вот так. Недостаточно нектара. Сколько? Где у меня нектар вообще показывается, ребят? А, вот нектар показывается здесь, внизу. Слушай, через 30 секунд проснется халабуда, а? Вон они нектар, видишь, высасывают. Блин. А как она будет действовать, эта гусеничка? Ну что, для проверки поставим, наверное, одного плевуна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну куда ж ты плев... Ну куда... Не, ну в при... Ой, да он ватный, ребята, он ватный. Вперед, гусеничка, круши, бей, убивай. Да ну, ты... Гусеничка стреляет пчелами, круто, правда? Да уж, блин. И атакует меня. Ой-о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 й, друзья, 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 друзья. Ну что же это такое-то, ну... Ну что же это такое-то, а? Нам нужно как можно быстрее уничтожить эту дрянную гусеничку. Что-то у нас как-то мало сборщиков, надо нектара больше. Да, плеваки хороши, хороши, конечно, плеваки, но... Вы видите, ребята, итог. Эти своими когтями их очень быстро уничтожают. Надо больше, больше нам этих собирать. Не собирать, а выводить больше когтистых. Блин. Так. Эй, тут... Гусеничка, нет! Какое коварное предательство! А что, она... Когда гусеничка получает удар от бойца, она переходит на сторону этого бойца. Ах ты, вот так вот, значит. Предательство, говорит. Нормально все. Мне не нужна гусеничка, мои бойцы умеют летать. Пускай там у тебя что... Блин, ребята, ты посмотри. Ты посмотри, что они вытворяют. Они летающими меня сейчас просто забомбят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, гусеничка, почему ты не отправляешь этих? А вот мне непонятно, почему ты не отправляешь ос, или как это звать-то? Ну, пчел своих, короче. Нет, отправляет. Ну, как-то не так, как хотелось бы. Как-то не так, как хотелось бы. Ой-ой-ой-ой, сейчас, сейчас они, за, они сейчас захватят, друзья, гусеничку.
Блин, горелый, да что ж ты будешь делать-то? Теперь, гусеничка моя, отвали. Да я вижу, что она твоя, блин. Я не понимаю вот этого тут. Он должен бомбить по воздушному, но не бомбит ни шиша. Ты посмотри, сколько он вызвал уже, ребят. Ну ты посмотри, сколько он вызвал когтистых. Он меня сейчас уничтожит. И вот это, конечно, несправедливо. Ну нифига он там летунов столько позаказывал. Ну как так-то? Я тут изо всех сил, ребят, стараюсь, пытаюсь, блин. Ух. Я пытаюсь так, недостаточно нектара. И понятно, что недостаточно нектара. Давай, блин, вон, выходи. Так, может быть, одного еще собирателя позвать, а? Давай еще одного собирателя, ребят, пока есть возможность такая. Ага. И плевунов, надо очень, ребята, много плевунов брать. Потому что он, когда начинает своих этих вызывать, охламонов, это все, это просто труба. Когда гусечка получает урон, она переходит на наш сторону, так, так. Вот, вот плевуны, когда сзади, ребят, когда много плевунов сзади, вот, вот хорошо идет вообще. Блин, ну, ну не только же плевуны-то. Все, 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 подходит, подходит, подходит. Сейчас уничтожит мне плевуна. Нет, не успел он. Что за хрень, гусеничка? Да вот так вот. Вот так вот, ребята. И сейчас он будет опять своих летунов, да, наверное, плодить. 100% тебе говорю. Кто там у тебя? Нет, когтистый вылез. Нам нужно много когтистых и много плевунов. Нам нужно всего много. И собирателей, конечно, нам надо. Ты посмотри, как хорошо идет. Ты посмотри. Вот сейчас вот, ребята, вот-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 вот. Стреляет вообще нормально. Но сложновато было. Я уже думал в какой-то момент, что все, ребят, нам кранты будут. Пошла ты, гусеничка. Оу, да, третью звезду не дали. Вы потеряли больше бойцов, чем противник. Да это понятно. Победа с тремя звездами. Фига тут. Ух ты, открытая новинка для дальнейших уровней. Молниевик его увеличает. Летающий, но слабый. Может поражать как наземный, так и летающих бойцов. Ага. Так. Сборщик. Сборщики собирают нектар. Они размножаются гораздо быстрее, если у вас их меньше 4. Чтобы вылечить раненые сборщики, съедают немного нектара, который собирает. Понял. О, тут смотри, сколько еще будет всяких этих. Плеватель стреляет во врагов ядовитой слюной. Так, сильны в больших количествах или когда прячутся за спинами, ну, понятно, других бойцов. Может поражать летающих врагов. Также поражает не очень сильный. Различные сведения об игре. Так. Третий уровень, ребята. Вы начинаете привыкать побеждать красных цариц роя и заменять их своим потомством. На этот следующий соперник не сдается без боя. Так, легко. Мы с собой на нормале, да, пока играем. Новая способность у нас должна появиться на этом третьем уровне. А ты кто еще такая? Привет, моя мама убила тут красную царицу. Так это место теперь мое. Еще чего. Я уже присмотрела это место для своей дочери. Слишком поздно. Ладно, ты победила. Не буду тебя убивать и не займу твое место. Так, сразу, ребята, сразу делаем эволюции. Блин, 50 он стоит. А чё не 100-то сразу? Гусеничка, блин. Так, по 5 нектара прибавляет. Ну, блин, маловато как-то.
Так, раз, два, три. Так, их тут раз. Их что, можно еще будет перемещать, что ли, потом? Так, давай 50 выберем. Этого летающего нового, который тут у нас есть. Умри, 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 умри. О, началось, друзья мои. Блин. Так, два когтистых. Знаешь, что я сделаю? Да-да-да. Я выберу летуна, пускай. Слушай, по-моему, у них сильнее. Мне так кажется. Да пускай, пускай, пускай он его проучивает, ребят. По 7 бьет, отлично. Недостаточно нектара. Давай я возьму еще, наверное, плевуна. Пускай будет плевун и бомбит его сзади. Ага. Так, ну... Когтисты-то тоже нужны? Держи своих приспешников от меня подальше, тьфу! Что? Что, не смей плевать твоих бойцов? Я плюю куда хочу, тупоголовая. Нормально? Плюет она куда хочет, тупоголовая, блин. То есть у нее новая способность — какой-то ядовитый плевок, ребята. Вот что я вам хотел сказать. Ты! Зашибись. Просто заплевывает меня какой-то фигней. Ну это не дело, ребят. Это совсем не... Так, гусеничку, оп. Правильно, на свою сторону ее переманиваем. Смотри, что творит, а. Так, наверное, я, ребята, сделаю все-таки еще одного сборщика. Кто-то вылупился там у него. Когтистый. Ай-яй-яй, он там не один. Фу. Да как ты так делаешь? Ты армию сразу же когтисок. Ну как? У меня там один еле-еле выползает, а он сразу уже армию, ребят, наклепал. Я не знаю. Вот как-то он так делает. Есть, хорошо, красавчики, постарались нормально. Плюется еще, а ты посмотри на него. Давайте, давайте, давайте вот этих вот тоже ему добытчиков-то уничтожайте. Чего вы их не уничтожаете-то? Вот. Давай, 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 по-быстренькому, по-быстренькому. Опять, опять 25, ну... Блин, как же меня не хватает, а? Этого... нектара. Нектара не хватает мне, ребят. Вроде столько их ползает здесь, добывающих, добытчиков этих, но все равно не хватает. Гусеничка это моя. Но она так мало урона наносит. По 30-ку наносит, короче. Я посмотрел. И вот этот тот плевок, который делает, это, конечно, вообще жесть. Это просто какая-то имба, ребят. Она плевком отнимает столько здоровья. И, по-моему, еще и ослабляет моих. Потому что, ну, что-то вообще как-то быстро разбирает моих бойцов здесь. Не так уж все и быстро, я так понимаю, будет. Давай, 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 родные мои. Ну, видишь что творит? Плюнул и все. У меня-то нет плевка такого. Эти там хорошо пристроились, молодцы. Вдвоем летают, бомбят потихоньку. Ну, спасибо тебе. Да не за что. Это мое место. Это наша корова, и мы ее доим.
Да, ребятушки. Ну давайте, там база-то осталась тут раз плюнуть и все. И... Еее! Совсем другое дело. Так, маленькая армия достижения и серия. Тоже достижение. Так, открыта новинка для дальнейших уровней. Нейротоксин отравляет вражеских бойцов. Наземные бойцы на мгновение обращаются в бегство. Вот оно что. Вот он чем, ребята, пользовался. Нейротоксином. ГГ. Ваш род добрался до великой пустыни Европы, которая является абсолютно реальным местом. Вы не понимаете местных обычаев, но похоже тут в почете нанесение колотых ран. Новый боец, кто же это может быть? Я смотрю, тут какой-то серьезный враг у нас, друзья, намечается, очень серьезный. Так. Удачи! Развлекайся. Чего? Зеркраш. А? Два. Ладно. Зеркраш. Так, ну-ка. Сразу, ребята. Подождем чуть-чуть. Полтишок мне нужен. Полтишок. Есть полтишок. Берем. Ох, сколько он там уже наклепал-то. Ты посмотри. Он в первую очередь делает. Но он, в принципе, правильно делает. У него уже 4, а у меня только 3. Он акцентируется совсем на другом, ребят. А где нейротоксин? Как его сделать? Пш. Ну вот, уже пошли. Уже пошли, ребят. А, вот, нейротоксин. Стоит 15, ребят. Так, отравляет врагов. Это я понял. Ага. Нарушение Женевского протокола. Достижение. Совет, если вам не хочется целиться, дважды нажми кнопку, а он выстрелит автоматически. А, вот это приятно. Выстрелит автоматически, да? Так, ну я побольше этих летунов здесь взял. Да куда ты? Тут он один. Ой. О-о-о. Блин, какой-то горелый, а. Так они втроем на одного, а эти там... Пока забомбят. Нет. Во. Вот это хорошо сейчас было. Там еще очередная, ребята, армия идет. Да что ж вы так мало урона-то наносите, ну... Блин, у меня же этот-то не выведен. Ё-моё. Ай-яй-яй-яй-яй, как так можно было обделаться-то, а? Давай быстрее, ребята, занимаем этих как он там, гусеничку эту. Пускай будет 4 у нас летающих. Но тут новый будет противник какой-то. Должен быть он новый. Дай-ка я это сделаю так вот. Ага. Твоей базе хана, лол-лол. Хорошо смеется тот, кто смеется последний, запомни. Так, у меня два плевуна. Два плевуна, так вы стреляйте, а не стойте, блин, стоят, лыбятся. Иди ты. Уже собрался просто там что-то делать.
Угу, угу, угу. Когтистого призываем. Так, я, наверное, еще одного сборщика, ребята, призову. Что-то как-то манна идет плохо. 5 плюс 1. 5 плюс 2 пускай будет. Чего? Блин, недостаточно нектара. А сейчас? Все равно недостаточно. Ну как недостаточно-то? Нет хороших целей. Все там есть. Блин, ну он один, ну... ну... давай, 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 мне побольше когтистых. Раз, два, все равно мало. Угу. А, я понял, это вот предел, ребята, максимально, до куда можно бомбить ядом. Ну чё, хлыщ, все? Чё-то не слышу радости в твоем голосе, а? Как мы его там, а? Как мы его, друзья мои, там шпиндрякаем, ты посмотри. Ай, красота, не могу налюбоваться, но все равно он тут... 20 минут без Раши, ладно. Без каких еще Раши? Че ты несешь там? А, новые, новые какие-то у него, ребята. Вон, новые были сейчас только что. Я даже не сразу увидел. Вау, на 3. Так, захват равнины и убийство. Вот так вот. Ух ты, открыта новинка для дальнейших уровней. Жукомерка. Улучшение когтистых личинок. Натиск. Двигаться быстрее, если находится позади. Далеко позади. Если попадает позади или попадает под атаки стрелков. Вот так вот. Че там? Пройдите игру, чтобы открыть уровни испытания и режим стычка. А сколько тут уровней-то? 21, я вижу. О, улучшение, ребят. 20% к здоровью царицы. Ваши сборщики создаются еще быстрее, если у вас их меньше 4. Все ваши бойцы создаются быстрее, не действуют на сборщиков. Пока у любой царицы ниже 50% здоровья, все ваши бойцы получают натиск, двигаются быстрее, когда находятся позади. Я думаю, вот это надо делать. Да, ребят. Эволюция, я получил достижение. Ваша царица носит маленькую шляпку. Это самое лучшее улучшение. Каждый раз, когда гусеничка стреляет, случайно царица получает бесплатную когтистую личинку. Ого. Обе царицы начинают с одним зарядом биобомбы. Офигеть. Офигеть. Ну что, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, будет достаточно. Пишите ваши комментарии, как вам игра. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.